Всем привет! У нас сегодня первый день турнира «Кровавая атака», или как он там называется, «Кровавая битва». 4 звезды и без синих. Пока вот так вот у меня отстояла оборона. И посмотрим, что нам тут предложат. Ага. Так. В принципе, брать с собой желтых, это будет правильно здесь. Быстрых. Быстрые желтые. Да вот так. Действительно, без Уилбера идти туда нет смысла. И вот еще быстрый. И действительно, вот это моя команда обороны фактически. Пошли в бой. Посмотрим, что получится. Так. Фиолетовый сюда, фиолетовый сюда. Но Метрин зарядилась. То есть, если что, диспелит медведицу, я готов. Так. Крутим поле. Желтый кристалл. Отлично. Тогда режем под желтых. Желтыми удар. Отлично. И желтый кристалл. Так. Гуленбурсти ушел. Отлично. Тогда красный в пустоту. Ох, как интересно. Так, медведица зарядилась. Диспел медведю. Сюда вот так вот фиолами прокинем. Желтый в пустоту. Отлично. Вот так попробуем сейчас его уничтожить. Супер. Тут дерево готово ультовать, да? Ладно, взорвем сейчас вот так вот. Поле крутанулось шикарно, но немножко не то, что нужно, ладно? Так. Ну-ка, дерево сейчас минусую. Сминусовали, отлично. Теперь фиолы в пустоту. Ай, блин. Не получилось. Тогда сейчас медведицу должны сейчас добрать. Супер. Уилбер зарядился. Отлично. И тогда сейчас, по идее, я думаю, что это будет сейчас добив, но не получилось. Вот добив. Супер. Тапок наш. В принципе, команда неплохая. Давайте идти дальше ей. Ага. Мелендер без костюма. Диспел у противника стоит. Так. Хорошо крутанулись. Отлично, поле идет. Так, сейчас тут желтый паровозик. И красный. Наверное, добьем центр. Есть минус центр. Плюс еще паровозик крутанулся шикарно. Так, давайте всем все порежем. Противнику, в смысле. Так, и займемся немножко Мелендером. Так, так. Вот таким вот образом попробую его сейчас добить. Да, добил. Отлично. Теперь минус Чао. Да. И сейчас, наверное, Метрин тоже уйдет. Точно. Супер. Идем дальше. Так. Ух ты. Ну, будем пробовать. Угу.
Так. Мука. Красный вот. Сейчас нужно метрин стараться зарядить, потому что тут контур-удар сейчас включится, да? Мы тогда будем через колено пытаться что-то сделать. Ну-ка, сейчас получится порезать. Ага, правильно получилось. Так, теперь желтый паровозик на колено вышел. В обход контратаки через разделение урона. Так, что у нас теперь здесь? Сколько еще контратака будет действовать? Два хода. Два хода, и тут почти заряжена Килайл. Давайте в обход, опять же, контратаки, желтый паровозик. У нас зарядился шакал. Так. Смотрим. Так, фиолетовые никак не собрать и метринку не зарядить. Так, чтоб сходу. Ну, давайте вот так вот сейчас сделаем. Ну-ка. Нет, не получилось. Я думаю, если фиолетовое выйдет, может что-нибудь интересное бы и получилось. Хорошо, смотрим дальше. Есть вот такой вариант, потому что сейчас как раз контратака закончилась. Супер. Теперь мы снимаем контратаку с центра и сюда опять же бьем фиолом. Ой-ой-ой. Так, сейчас бы главное не откиснуть. А то увлекся немного. Раз. Так, желтый, желтый. Так, а давайте попробуем сейчас желтый взорвать. Посмотрим, сколько сейчас получится нанести урона. Немного. Оу. Так. Что-то я как-то про эту Анастасию забыл. Так, хорошо. Идем дальше. Давайте попробуем здесь зайти. Так. Фиолы по центру прошли, желтые прошли, отлично. Так. Фиолетовый паровозик. Аметрин заряжена, супер. Так. То есть теперь нам этот контур-удар не страшен, мы его сейчас задиспелим. Отлично. Так. Красный паровозик таким образом зашел. Угу. И вот так вот красные зайдут. Есть. Отлично. В кого ударит, товарищ? Минус шакал, да? Тогда надо сюда сейчас заходить, потому что дядька может доставить неприятностей. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А как пойти? Вот то, что предлагает игра, не очень хочется. Надо вот так вот попробовать, потому что тут тогда фиолетовый наверх поднимется. Вот. У нас желтые сейчас в пустоту пойдут. Отлично. Уилбер поражен, да? Так. И вот так. Хорошо. Этот безбашенный ушел. Теперь вот так и вот так. Блин, чуть-чуть не хватило. Угу. По идее, сейчас должны добить. Нет, не хватило, блин. А. Так. Что-то я отступил сейчас. Фиола в пустоту кинул, а фиолов-то у меня осталось. Угу. Ладно, заряжаем красных. Уилбер. Так. И красные не вышли. Блин. Обидно. Все. Пу-пу-пу. Что-то фигня какая-то пошла, ребят.
Смотрим. Сумле. Ух ты ж, блин. Ладно, так, а что мы можем предложить здесь? Тоже Франц, что ли, взять? А, давайте попробуем сейчас переиграть немножко. Тоже возьму Франца. Киллиана. В принципе, Гуленбурсти хорошо бьет. Из быстрых еще вот этот дядька с невыговариваемым именем. Уилбер. Нужен ли он здесь Уилбер? Не думаю сейчас. Что-то как-то он... Дружок, как бронерез? Давайте попробуем. Или... Суньшансянь, блин. Но она недозаряжена. Ой, тих. Не ты. Это бронерез. Давайте посмотрим. Наверное, все-таки я Метрин возьму. Или вот. Давайте Тривиала тоже. Вот. Пошли, посмотрим, что сейчас получится. В бой. Так. Интересненько. Красный есть под соколом. Так. Живем. Так. Давайте красный тоже все-таки под соколом есть. Сейчас отыграем их. Так. Отличная комбинация. Супер. Теперь. Вот так вот. Зайдем. Гуленбурсти включим. Фиолы в пустоту пошли, дерево зарядилось. Сейчас оно выживет, интересно. Порезали ману и хана дереву. Так. Красные прошли по центру. Гуленбурсти шикарно отыграл свою роль. Ну-ка. Бабах. И вот так вот. Что сейчас у нас этот выстрел сделает? А ничего особенного он и не сделал. Спокойно заряжаемся. Отлично. И делает свое дело. Может, такую команду пока оставить? Пошли посмотрим. А, все. На сегодня все тапки откидал. Оставлю такую команду тогда до завтра. Посмотрим, что будет на следующий день сражений. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. Пока-пока.